один из признаков судного дня уже есть. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: босые, обнаженные, это означают бедные люди, которые не имеют ничего одеть на себя, ходят босоногие. Придет времена, когда они станут богатыми, и они будут соревноваться в постройке высотных домов. И мы сегодня видим. Посмотрите, арабские страны, они были вчера со всеми 50-100 назад, это были самыми бедными странами, где жители Мекки и Медины жили за счет паломников. Паломники приезжали, их кормили. Сегодня мы видим, что Аллах дал барака, дал риск. И те, которые вчера были бедными, сегодня одеты. И они соревнуются, у кого будет самое высокое здание в мире. Это время пришло. Поэтому час близок. Судный день близок. Но каждый из нас должен для себя сделать вывод, как я встречу завтра Аллаха. А самое главное, с чем я встречу Аллаха? С иманом, с исламом, с ихсаном? Либо же я приду пустой и скажу: Аллах, на тебя не было времени.